На смену морально устаревшей технике приходит новое, современное. Коммунальное унитарное предприятие «Брестский общественный транспорт» приобрело новый специальный автомобиль для обслуживания и ремонта контактных сетей. Данный вид транспорта позволяет производить работы на высоте до 6 метров. Также для перевозки бригады в нем оборудованы специальные отсеки для инструментов, дополнительные обогреватели и даже обеденная комната. Предыдущие модели, они были производства 92 года выпуска, соответственно, технологии, скажем так, ушли далеко вперед. То есть, ну, прежде всего, это, конечно, удобство электромонтеров, потому что раньше то место, в котором их перевозили, оно не было оборудовано, там не было отопления. В общем, ну, улучшили условия труда нашим работникам. В основу объекта заложено шасси производства открытого акционерного общества МАЗ. Грузоподъемность домкрата в районе 12 тонн. Все функции, которые может выполнять автомобиль, автоматизированы и производятся через пульт, который находится у старшего машины. Благодаря современным технологиям, эксплуатация нового автомобиля может гарантировать стабильную работу общественного транспорта в городе. Данный автомобиль выполнен на базе шасси производства МАЗ. Конструкцией автомобиля предусмотрено отделение для перевозки бригады электромонтеров, также отделение для хранения инвентаря и специальное отделение для перевозки длинномерных грузов. Также специальное отделение для перевозки кронштейнов, то есть если раньше приходилось как-то их там закреплять, то сейчас специальное отделение есть, в котором мы можем перевозить запчасти для ремонта контактной сети. Только в этом году предприятие «Брестский общественный транспорт» обновило свой автопарк несколькими новыми машинами. Так, в начале апреля за счет собственных средств приобретен автобус, работающий на метане. До этого в наличии появились электробусы. В ближайшем будущем планируется обновить еще несколько передвижных машин.